Каждый день в отделении интенсивной терапии поступают множество пациентов, и многие из них нуждаются в переливании крови. Именно поэтому мы и создали банк крови для того, чтобы наши пациенты могли моментально получить продукты крови. Коты и собаки нуждаются в переливании точно так же, как и люди. Именно поэтому организовывают и создают банки с разными компонентами крови. Переливание необходимо самым тяжелым пациентам. Это могут быть травмы, кесарево сечение, ортопедические пациенты, онкологические пациенты, пациенты после множественных травм, после автотравм и многих других травм, которые мы можем встретить у себя в практике. Донором могут быть только клинически здоровые животные от 2 до 8-9 лет. Это могут быть молодые коты, большие коты, либо же собаки крупные. Это могут быть вакцинированные, обязательно вакцинированные животные. Для того, чтобы определить, здоровый ли донор, донор обязательно проходит диагностику крови, диагностику группы крови, некоторых инфекционных заболеваний, ну и также диагностику сердца, если это необходимо по породе группы риска. Сама процедура отбора крови проходит максимально безболезненно для ваших питомцев. Они находятся под легкой седацией, после чего они быстро отходят, и, в принципе, вы быстро можете забрать своего любимца. Если необходимо, вы можете оставить своего питомца на неопределенное количество времени. Мы обязательно приютим, накормим, если это необходимо, и потом сможете спокойно забрать его домой. И будем его ждать через 2-2,5 месяца снова. Отбор крови проводится под легкой седацией из иеремной вены, после чего животное достаточно быстро приходит в себя. Зачастую это 15-20 минут, после чего владельцы могут забрать своего питомца и уже ехать домой. Донацию крови, то есть сдачу крови, мы можем проводить каждые 2-2,5 месяца при хорошем питании, при хорошем самочувствии, без вреда для организма животного. Присоединяйтесь к программе донорства крови ветеринарной клиники «Зоолюкс», и ваш питомец спасет жизнь.